На съемочной площадке нового клипа певца Аслана вопли с ненормативной лексикой. Тонут в дружном хохоте. В приступе смеха заходится даже якобы убитая героиня. Под дружеское ржание в одном из самых дорогих турецких отелей снимается новая версия знаменитой трагедии Шекспира «Отелло». Ревнивец, которого играет диджей Маркус, убивает свою возлюбленную, а арестует при этом почему-то певца Аслана. Драка с полицией при этом получается самое, что ни на есть настоящее. Дагестанец Аслан пока новичок в российском шоу-бизнесе, но при этом горячий восточный мужчина уже успел стать автором песен Димы Билана, Жасмин, Кати Лель и «Все начнем по новой» — не первое его видео. Первый клип был снят около полугода назад на совместную с певицей Мариной Алиевой песню «Где ты?». Правда, в последнее время эту песню Аслан поет только сольно. Говорит, что это наиболее удачный вариант исполнения. Но если слова песни где-то певец уже выучил, там у него этих слов и немного, то новую песню запомнить оказалось не так-то просто. Долго поет! Слова не помню, да? Я не знаю, как убежать его. Съемка неожиданно прерывается не только из-за забывчивости Аслана. Аресту главного героя постоянно мешают кружащиеся вокруг мухи. Это просто что-нибудь. Аслан, убей ее! Вероятно, в ближайшем будущем стоит ждать продолжения этого ролика с освобождением Аслана. Ведь финал видео остается открытым. Наталья Крючко, Москва.